Формируется фиброзная ткань, врачи озвучили свой приговор певица Мак и Сим. Марина Максимова в прошлом году, подцепив коронавирус, попала в больницу, потом и в реанимацию с тяжелейшей пневмонией. Можно сказать, чудом вообще выжила. Тысячи поклонников ее таланта следили за состоянием любимой артистки. И после того, как летом целый месяц пролежала в коме, Мак и Сим совсем недавно начала приходить в себя. Все свое время звезда сейчас посвящает дочкам, а также собственной школе искусств. Впрочем, и там она пока не в состоянии заниматься преподаванием по той же причине, здоровье не позволяет. Как признается сама Мак и Сим, она до сих пор не может петь, так сильно были повреждены легкие во время тяжкой болезни. В результате пострадал главный инструмент артистки, ее мелодичный голос. В легких формируется фиброзная ткань, в результате чего эластичность легких нарушается. Они не могут растягиваться так же, как раньше. Во время пения голос становится не таким звонким, не таким сильным, как до болезни, объясняет врач-отоларинголог Элеонора Терехова. Пока еще идет процесс восстановления, исполнительница пронзительного хита «Знаешь ли ты» выполняет все предписания медиков. А те запретили ей даже летать на воздушных судах. Марина признается, что согласна терпеть любые ограничения, главное, чтобы это привело к долгожданному моменту, когда она сможет вновь вернуться к своему любимому занятию. Петь и радовать зрителей. В прошлом году, напомним, трек певицы Мак и Сим «Спасибо» набрал солидную популярность на российском радио и завоевал золотой граммофон. Остается надеяться, что по окончании процесса реабилитации звезда вернется на отечественную сцену и не раз еще возглавит музыкальные чарты.